Привет, корешочки мои драгоценные. Ну что? Да тихо ты. Я на своей любимой реке. Но я сюда не специально прям на рыбалку приехал. Я просто был по охоте и решил попробовать, что за такое за занятие ультралайт. Андрюха Крылов, спасибо ему огромное, прислал мне несколько спиннингов, много приманок, инструменты всякие, силикон и так далее. Вот, и одним из этих спиннингов был вот такой вот Shimano CX210UL. Вот, это ультралайт, друзья. Он такой маленький, легенький вообще. Катушку свою сюда поставил. Попробую порыбачить, друзья. Посмотрим, что у нас получится. Глухаря сегодня я упустил, рябчика добыл. И, может, кого еще поймаю. Вот, так что... Конец сентября, ультралегкий спиннинг, ультраприманки и ультраречка, ультрамелкая речка. Вот, пошел опять дождь, а я пойду ловить на ультралайт. Так что, кому интересно, давайте посмотрим. Друзья, продолжаем двигаться. По рожек обкидал, никого. Ну, рыба скатилась, наверное. Я чисто так тогда ультралайт проверю. Вот такой, смотрите, Андрюха Крылов мне прислал. Такой вот красавчик. Shimano. Что тут у нас? Моя река. На которой рыбы, наверное, уже нет. Рябчики свистят. Чем я занимаюсь? Сейчас надо хариуса. Опа! Кто-то взял, друзья. Кто-то взял. Ух, вот это да. Окушочек. Окушочек. Тихонечко. Опа-на! Ну, блин. Почувствовал я. Тихо, тихо, дружище. Тихо. Полностью на снасть Андрюхи. Друзья, полностью на снасть Андрюхи. Андрея Крылова. Подогнал мне ультралайт. Я офигел. Взял, конечно, прикольно. Окушочек вот такой вот в пороге стоял. Я его брать не буду. Отпущу, потому что... Ну, потому что он мне доставил удовольствие. Я думаю, что еще доставит. Так, ладно. Конь неплохой. Молодец. Беги. Опа. Молодец. Посмотрим, может, еще стоит. Под елкой, вот с под елки. Опа, как хорошо. Может, их там стая? А, там какая-то трава, блин, сразу зацепил. Или топляк. Ну, хороший, да, хороший окунь в этой реке. Так. Стоял, видите, окунь? Перед порогом. Может, там стая. Но ощущение, конечно, я бы на свою палку, на Shimano у меня тоже Vengeance, я бы ничего и не понял. А тут, конечно, так. Окушочек такой, грамм 300, наверное, если будет. Ладно, пойдем дальше.
Оп! Плечо, конечно. Ой, воды, да, воды мало. Очень. А кусочек есть, друзья. Сейчас, друзья, попробуем здесь. Щукарика бы небольшого, килограммового, хотя бы попробовать как. Но тут у нас не ресторан, а дикая... Таежная речка, рябчик он там надрывается. Так, зацеп. За что-то сразу и не играет блёсенка. На ольхе черный лист, видите? Черный лист. Видели когда-нибудь черные листья? О, смотрите. Вот зеленый, вот черный. Что, корешочки мои драгоценные? Рябчик куда-то сел надо мной. Ну что, корешочки мои драгоценные, рыбалка закончилась. Ну, была не рыбалка, а такой выход, просто посмотреть, как вот такая вот прелесть. Посмотрите. Вот, вот, не на катушку, а вот. Шимано Катана CX210UL. Ультралайт, значит. Вот, вот такая вот тема. Андрюха Крылов мне подогнал. Подогнал приманки. Вот. Уже... Покажу вам все это следующим сезоном, наверное. Андрюх, тебе огромное спасибо. Есть же люди, которым, ну, не жалко вещей. Он мне прислал несколько спиннингов. Прислал несколько спиннингов, много приманок, инструменты всякие там. Вот, хочу сказать ему спасибо. Так что, друзья, вот такие вот дела. Использовал я вот такие, опять же, блесенки. Эти вертушечки, которые Андрюха мне подогнал. Катушку свою поставил, но у меня нет другой. Вот. Ну, в принципе, неплохая пока. Вот. Короче, вот так вот. Ходил с карабином, потому что, ну, опасно, уже осень. Миша хочет покушать. Хочет набрать жирка немножко. Вот. Такие вот дела. Ну, в лесу хорошо. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь.